Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в Тисте. Мы продолжаем прохождение Fallout 4. Сейчас мы отправляемся. What do you need, General? Да подожди ты. Мы сейчас отправляемся в место, где нужна помощь людям, а это довольно-таки далеко. Поэтому мы сначала через лабораторию Hey, сходим. is there something you need? Come with me. I need your help. Sure thing, General. I think the folks here can manage on their own now. Thanks to you. Mr. Garvey, I'm sure you will take good care of my master. Good day. Hey. Hey. Take care, Codsworth. Отмена. Стой. Codsworth. Стой. Ну ладно. Пошли, генерал. Генерал. Ой, точнее, я же генерал. Это... Ты-то не генерал. Так, до сюда же мы сможем отправиться. Да, отличненько. Сейчас мы до сюда доберемся и потом уже пойдем искать приключения на свою пупу. Патронов у нас, как обычно, нету. Мы бомжи. И это плохо. Так, это где мы оказались-то? Ладно, пошли со мной. Так. Что я сделал? Давайте посмотрим, у кого сколько патронов. Зашибись. Пошли. Там вон туда. Нам вон туда. Нам вон туда. А ну-ка стой, может у тебя есть патрон. Ты где там? Hey, what is it? Стой. Обмен. Есть? О, okay. Обмен. This is what I've got. Понятно, спасибо, что у тебя ничего нету, блин. Так, там мы не пройдем, да? Давайте вот на эту лодку отправимся. Сходим туда, посмотрим, что там есть. Сейчас мы с вами расплавимся здесь. Какой пить? О, нифига себе. Офигеть. Есть что интересненького? Понятно. О, здесь что-то есть. Бандана. Тесак. Что, больше ничего? Скудно, скудно. Вон туда. Где там бродишь-то? Мы все плавимся. Так. Ты бегунок, блин. О, что-то есть. Кастрюля нам не нужна. 47 метров. Тихо. Так, у этого что-то есть. А, нет, нам к этому как раз таки. Отлично, чувак. Hi. А, женщина. My sister's been kidnapped. Кто похитил-то? They said they'd be back for the ransom in a few days. If I don't pay up, they'll kill her. But I don't have that kind of money. Mm.
Do you know where they took her? Well, I'm pretty sure. I'll mark it on your map. We asked the Minutemen for help, but I didn't really think anyone would come. Just bring her back safe, okay? Хорошо, верну. Тебя попить можно. Водичка льется. Давай посмотрим, что тут есть. Как бы патроны нужны. Понятно. Куришь. Что там на карте у нас? Вот сюда? Закрепли? Странно. Странно, куда-то знакомое место ее туда отвезли. Что-то подозрительно, подозрительно. Нужно освободить сестренку, может, что-нибудь у меня перепадет. Ну, мне нужны патроны, если честно. Были бы патроны, было бы все. Не хотите, чтобы враг сбежал, бейте по ногам. Так. Знакомое местечко, помните, мы здесь в этом, в роботе ходили. Ну, туда вот мы как раз налево и не пошли. Что здесь? Банка из-под кофе, понятно. Ты где там? Чудак. Да хватит стрелять. Что у тебя есть? Понятно, ничего нет. Блин. Стоп. Какой же ты косой, а? Блин. Так, стоп. Проблема в том, что у меня нету патронов. Так. Нет, кто откинул? Лобысь. Надеюсь, патрончики здесь где-нибудь есть. У тебя тут что? Гладкоствольный пистолет, рейдерская броня для туловища. Без патронов. Без патронов. Ну что, поехали. Бэкстрит. Смачно нас расщепили. Ух ты, да. Тихо. Нога сломана. Ничего себе.
Чувак, разберись с ними, пожалуйста. Просто у меня патронов не очень много. У-у-у. Тут все сдохли. Так, патроны. Патрон. Ох ты, гад. Фух. Желтый. Что-то тяжело ему. Ну-ка, стоп. Выбросить, выбросить. Чуть я лишнее подобрал. Немножко не понимаю. Если она 10 защищает, почему? Так. Тут ничего, ничего нет. Тут надо это как-то взорвать, эту хрень. Опа, взорвалась. Да бей, бей. Фу. Гладкоствольный пистолет, легкая сверхпрочная рейдерская броня для левой руки. Тут это надо посмотреть. Да я уж понял, что у меня много вещей. Одежда. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Вот. Отлично. Выкидываем. Левой руки. Это выкинули. Это выкинули. Пуф. Тоже выкинули. It's getting warmed up over here. Keep your eyes open. Стоп, вместительная укрепленная броня. Сейчас будем все изучать. Блин. О! Отличненько. Кто там лезет на меня? Вещмешок. Вещмешок, вещмешок. Толчки, come on ничего. Out. I'll make it nice and quick. You can trust me. Think you're tough? Come on! Which one do you want? Hold on. I
Хирургическая пила. Противогаз, маска, это не надо, кожаный брелин для рыбок и пар тупее. Так а в этой чё? Понял. Что ничего не понял, но ладно. Пистолета патронов нет, тут этой патронов нету. От всего патронов. О! No sign of them now. What the hell was that? Башки нету. Крышка, ломик. Раскрошенная. Ничего интересного у вас нету. Ну сейчас найдем. Твердка. Че тут какие-то бомжары. Тайник с крышками и всякий хавчик. Так, нам сюда не надо. Нам вниз надо. Пошли. Нам куда-то туда. Тут что у нас? Ведро с бутылками. Нафиг оно нам нужно? Отправимся вниз. Так ведь? Так ведь. А то эти базарят много слишком. Нам куда-то сюда. Так, понятно. Изикатка. Изикатка. Привет. Excuse me. Please, you've gotta help me. Don't worry, I'm here to rescue you. Oh my god, thank you. Let's go. Да подожди. Тут всякого барахла полно. Так. Пошлите отсюда. Открыть. Люди выбрались. Какое-то легкое задание, если честно. Что-то мы зашли и пострелялись. И все. Не было такого экшена, который бы хотелось. О, удача, лайк, ставьте лайки, ребята, кто еще не поставил. Но вообще Fallout мало народу смотрит, поэтому я никого не заставляю его смотреть, никого не заставляю ставить лайки обязательно, так что да, переместиться на эту точку. Ой, песик. Пёса, гав-гав-гав. Есть хотите, гав-гав-гав. I don't know how to thank you for that rescue you pulled off. Are you willing to support the Minutemen now? Sure thing. I'm glad someone's trying to do some good around here for once. You can count on our help if you need it. I just wanted to thank you again for getting me home safe. I won't forget what you've done for me. Да пожалуйста, я всегда рад. Тошка. Тошка на помидоры похожа. Чувак. Ой. Hey. Just point me to it. Просто скажи, что нужно делать. Понятно. Так. Давайте посмотрим задание, которое у нас есть. Поговорить с Престоном Гарви. Так. Hey, point it out. Престон. What next? I've got something a bit different for you. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. Господи, куда ж ты меня опять
отправляешь-то? Ну, пошли. Ох. Какая штука. Ух, ух. Убивать и убивать она будет. Это просто кошмар. Такую бы ракетницу, да, мне сейчас? Всех бы уничтожал. Правда, ракет мало. Так, где мы тут оказались? Нам куда? Нам туда. А, я понял, где мы оказались, если честно. Мы сюда хотели с этим, с полицейским. Поэтому понимаю, где мы. Куда-то вон туда, на радио ушко кует. О, господи. Радиация. Вау. Вот это да. Ну-ка, проверим, что там есть. Не зря, что радиация. Ты чё, женщина? Прям в радиации живёшь? Ой, фак. Ой, фак. Ты тут опять радиация, что ли? Тут много радиации всякой. Вау. Федеральный продовольственный склад. Ну-ка, давайте мы сюда. Тихо. О, не, давайте мы сюда не пойдем. Какая-то херня здесь. Нифига себе. Тут он стреляется. Господи, развалился. Нафиг. Я вообще с вами драться не хотел. У меня патроны закончились везде. Просто везде. Просто везде закончились патроны. О, нет, вот здесь есть. Ты меня задолбал. Я упасть не могу. Чувак, ты как тут? Damn it, where are they? Сейчас тебя будут убивать, блин, урод. О! Почти убили. Один остался. Промах. Плохо, что по одному патрону стреляет. Попали. Еще нужно попадание. Твой, говоришь, так убивай. Какого хрена он меня попадает?
Окей. Фух. Электрическая броня, ну-ка. Это уже есть у нас. Нет возможности туда попасть, пишут. Странно. Раз выстрел. Мимо. Два выстрела. И еще один. Это подобной урод. А, это свой... Господи. Мимо. Мимо. Есть попадание. Ой, я упал. Так, 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 так. Можно вот сюда пробраться. Отсюда уже воевать. Мимо. Ну, попади хоть раз. Нам покушать. Помощь. Помощь, помощь. Есть. Мимо. Блин. Мимо. Есть попадание. Ну еще одно уже. Всего лишь одно. Фу. Вылазь, урод. Получи в мордашку. И тут вообще какая-то база прям. Офигеть. Патрончики. Отлично. Да чё, здесь патрончики, чё? Ой, блин, ты меня напугал. Так, давай пройдемся здесь. Неплохое местечко мы тут отрыли. Так. Тут не хавчик должен где-то быть. 100%, потому что... Изолента, ножницы. Кто-то курил. Изолента, продовольственный склад. Вот сейчас тут хавчик будет. 100% хавчик. 100%.
Так, ну мне кажется, мы зря сюда пошли. Ну ладно. Минус один. Надо этот сейчас уничтожить быстренько. Ну, вы сами поняли, что. Пулемет. А вот и изи катка. Подожди, что это есть? Кастет, тык-тык-тык, хрень всякая. Ну-ка. О, это мой, я сразу же убил. Нифига себе. Подожди. Сто процентов сейчас мы его откроем. А, очень сложно, значит не откроем. Ну ладно, в следующий раз сюда... А, вот, тут можно пройти. В следующий раз мы сюда вернемся точно уже. Когда сможем открывать. Что у нас здесь? Опа. Минус голова. Как я не убил-то его? Минус голова. Изи кат какая-то. Очень легко их убили сейчас. Тут эти прокачаны какие-то. Левые ноги. Так, кстати, далее. Для левой ноги. О! На изи вообще мы эти штуки уничтожаем. Где этот мужик? Блин, промазал. Сейчас ты без головы у меня останешься. На изи без головы. Че у вас здесь? Нафига вообще здесь находились, чуваки? Объясните мне. Вот нафига? Изи. Ладно, пошли мы отсюда. На этом я, друзья, закончу серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока-пока.